Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится с 12 по 19 сентября. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Fairlady Z 94 года, а на 80% Porsche 911 GT2 95 года. За прохождение серии сезона на 50% вы получаете Porsche 906, а за прохождение на 80% Porsche 911 GT1. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйвадаров уровня опытный в спринт-кроссе в Бару Бамбара вы получаете Honda Civic 4 года. За первое место против драйвадаров уровня опытный в кольцевом автокроссе в Депо вы получаете Porsche Macan Turbo 19 года. За первое место против драйвадаров уровня опытный в зимнем чемпионате разработчиков вы получаете Honda Trophy 15 года. За первое место в чемпионате зимних игр вы получаете Porsche Cayenne. И за первое место против драйвадаров уровня непобедимый в командном кольцевом кроссе в поселке Бродвей вы получаете Volkswagen GRC Beetle. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новые сезонные выходки. Первая выходка называется Astmoor. Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 327 км в час. Здесь вам понадобится что-нибудь достаточно быстрое и с хорошим управлением на скорости. Я прошел это испытание на Hoenig NRS200. Следующая выходка называется «Молодая роща». Это скоростной участок, в котором вам необходимо набрать 138,5 км в час. С этой выходкой у меня сложности не возникло. Здесь подойдет любой управляемый автомобиль на грунту. Заехать лучше всего будет сверху. Ну а для победы я использовал Hoenig Ford Escort. Следующая выходка называется «Трап в депо». Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 236 метров. Здесь вам понадобится автомобиль с хорошим управлением на скорости. Проще всего выполнить это испытание, если начать от дороги, как это сделал я. А прыжок нужно будет совершить чуть правее, чтобы не врезаться в вагон. Ну а я прошел это испытание на Rally Fighter. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Сложно отказаться». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории ретро-спорткары. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Обалдеть». Для его выполнения вам понадобятся дрифт-зоны. Но для выполнения испытания от вас потребуется суммарно набрать 9 звезд за эти дрифт-зоны. Следующее испытание называется «По полной». Для его выполнения вам понадобится кольцевая гонка на ретро-автомобилях в Астмуре. Но понадобится вам победить в этом заезде. Последнее испытание называется «Море оваций». Для его выполнения вам необходимо набрать 250 тысяч баллов за технику. Проще говоря, вам нужно набрать 50 тысяч очков с умножением на 5. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарную форму патрульного за 150 очков и легендарный розовый мотошлем. А также обычный автомобиль Ford Cobra R за 500 очков. Ну а главный приз за этот форзафон — это легендарный Fiat Dino 2.4 купе за 550 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!